Привет, други, подруги и подружата! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня к нам приезжают гости в гости. Вы помните наш переход через океан, и приедет тот самый человек, который забил рыбу, Ростик. Жду в гости уже с января месяца, а вот только сейчас он и решил к нам приехать. Короче, задача какая? Наконец-то убрать лодку, потому что когда на лодке живешь один, Дина сейчас уехала по делам в Киев, то уборка занимает столько усилий, что нужно себя заставить этим заниматься. Короче, сейчас буду все здесь стирать, вот я уже снял, запустил стирку, и нужно привести лодку в порядок. Так, что у нас тут? Все работает, все стирается. Здесь все стирается. Вода делается, батареи заряжаются. Ничего не видно в зеркале. Создаем уют. Три цикла стирки, вот это третий цикл, вот мы израсходовали 150 мл воды, а сделали 3 часа, даже больше, получается почти 4 часа, сделали 250, то есть мы идем еще и 50 литров, минус 150, плюс соточка. Очень важно наделать воды. Понимаю, что друзья живут в Германии, поэтому они знают, как воду экономить, но тем не менее, это ладно, я там один там занырнул, потерся и все, чистенький. А все-таки 3 человека расход воды больше. И мы же не в переходе, мы же будем отдыхать. Тут прикол в том, что развешиваешь белье, стирается следующая стирка. Приходишь, то белье снимаешь, новое вешаешь, а предыдущее уже сухое. То есть за час высыхает полностью белье. Всего каких-то 6 часов и все. Убрал, почистил, помыл. Ростик, я тебя жду, я не зря это все убирал. Готовы к приему гостей? Вуаля, гостевая каюта, а здесь у нас порядок. Ну вот Ростик писал, что они уже подъехали. Погнали их забирать. Надо купить бутылочку вина. Туристас, келоке. Привет. Ростик, как долетели? Блестяще. 9 часов на очень старом самолете. Зато не трясло, хотя боялись немного. Вот, и прилетели отлично. Очень. Была такая же маршрутка, половина самолета, да, вышла. Да, половина вышла, половина полетела на Барбадос. Ну, нормально. А у нас есть сувениры. Так. Это, я так понимаю, нам Сережа передал. Это от Сергея. Кипара, спасибо. А это уже наше национальное место. Ой, а что это? Огонь прямо какой-то. 51. 51, здесь весь ром такой. Это, здесь считается этот, с кока-колой разбавленный, легкий. Это, детский. Детский, да. Детский. И... О! Что это? А, я знаю. Ну, да, да, нормально. А вот как можно с этого, после этого не спиться? Не знаю, невозможно, когда слова говоришь. Ну что, давай, купайся. Короче, мы сейчас будем пить шардоне урожая 2017 года. И так как оно немножечко теплое, то в бокалы мы будем кидать мороженые куриные ноги, потому что льда нет.
Ростик, а в это время ты мог бы прыгать по снегу. Это не смешно. Дикие люди воду никогда не видели. Ростик, это как снег, только жидкое. Это не смешно, у нас минус два. Едем на эти прекрасные рифы. Вот туда. И там будем нырять и снорклить. Ну что, да? Да? Вы готовы? Вы готовы. Да. А те, кто не помнит Ростислава, напоминаю, фишкила. Гуманитарий. Гуманист. Нет, это именно это. Консерваторий, да. Якорь готов. А так как Тузик у нас все время пропускает, надо его будет сейчас подкачивать. Видите, задний транец. Ай-яй-яй, помогите. Спасите. Я на балансе. Все, глуши. Кнопочка. Нажмите даже. Класс. Ну что, туриста, ждем адским огнем. Или глубоко? Нет, тут пока. Все. Ну, не привязан. Ничего, нормально. Можно привязывать его просто вот тут. Знаете, что есть охотники, собиратели, земледелы. А так как с рыбалкой у нас, как вы уже поняли, не очень задалось, то есть мы не охотники, но у нас есть возможность побыть сегодня собирателями. Итак, мы знаем одно место, где на морском дне мы можем найти сахарный тростник. Не ожидали? Я тоже. Так вот, будем собирать сахарный тростник на морском дне. Вот там вот где-то Ростик.
Вот. О! Еще один нашел. Сорвал. Там их много? Ну, есть. Там, ты их собираешь? Слушай, вот интересно, откуда они там вообще? Я тут уронил. Да, причем, судя по всему, уронили их недавно, потому что они еще не просоленные, абсолютно такие нормальные. Ты будешь еще много их собирать? Пока они растут, мы их будем рвать с корнями. Сахарный тростник на дне морском. А сейчас мы его будем резать и есть. Одной рукой это не самое удобное занятие, ну как бы. Вот такая получилась штучка, как деревяшка. Но и прикол ее в том, что в ней очень много сока. Мы ее сейчас берем, просто режем вот так вот на 4 половинки. Далее просто берем эту штуку. Очень сладкая. Очень сладкое. Такое ощущение, как будто газировка без газа. Ты, короче, жуешь, от нее остается жмых деревяшки. И вот так можно есть этот сахарный тростник. А еще я уже показывал типонж, который можно из него делать. Но это, наверное, ближе к вечеру, потому что будет ром, сахарный тростник. И не с утра же бухать. Что, друзья, мы сейчас в Пенс-Нуар. Это бухта, которая находится также на Мартинике. И там есть черепахи. Ну, люди говорят. Посмотрим. То есть я. Увидим. Для того, чтобы нам стартануть, нам нужно взять и запихнуть на место эхолот. Потому что без него ходить, ну, такое. Тут я. Вот сюда вот так вот. Так, что это? Нет, пробка. А это у нас, собственно, самый холод. Вынимаем, вставляем. Сейчас эту бумажку. Его готовишь. Вот эту штуку вот стрелочкой туда. Да, вот так. Вот это. Оно. Смотри. Не, ты сам все сделаешь. А, провод этот. Это... Вот смотри. Все, оно вот выкручено. Угу. А теперь бери. Одной рукой вынимай, оно сейчас будет плескать сильно. А другой прям загоняешь? А другой просто загоняешь туда. Такой, раз, два. Ну не бойся, оно там сильно много не будет. А, погоди. Не, вот это, только за... Да, да, оно. Не бойся, это нормально. Стремно же. Нет, стой, надо ровно. Ровно выставить. Ага. А, я думал, там направляющая. Ну, типа, да. Есть какая-то... Ну, все, мы с эхолотом. Что у нас здесь? Здесь все окей, GPS есть, GPS. Ну, все, можно выходить. Тут с глубинами, тут все нормально, мелко-мелко и прекрасно. Вот мы идем сейчас так вот, так вдоль, вот здесь вот. Здесь проходим, идем сюда, и вот тут нам нужно, вот тут нам нужно будет остановиться. Проверочка. Сейчас. Назад работает, вперед работает. Вперед работает. Толстой. Давай! А мы сейчас пока на длинный поводок тузика денем, чтобы он там болтался. Отлично! Ну все, поехали, Ансануар. Черная бухта. Хорошо, когда можно ничего не делать. Отлично.
Сейчас пойду спасать. Нервы шалят. Это у нас не рыбалка, это у нас саргас. Добавим немного красоты яхтинга. Бухта забита лодками, как битком. А нам нужно за этот мыс повернуть. Вот эта большая бухта, которую вы видите, это уже Форт-де-Франс. Но нам в него не нужно. Нам нужны бухты, которые перед Форт-де-Францем. Тут будет небольшая water turbulence и смешание ветров, потому что сейчас ветер дует отсюда, а там он дует отсюда. Поэтому там будет кош. Тоже бенетошка, между прочим. Да, да. Какой-то еще Evasion. Это Evasion 36. У него так из этого, из Boatraster вода выливается. Смотри, какой у него парус, как в катамаране. Грот. Грот с пропенцией? Да. Такой. Производительный. Да, по площади лучше. А лодка маленькая, смотри какая. И чувачок в жилете. Смотри, у него два пера. Два пера, два радара. Класс. Ну вот это Бенито 46.1, она же с двумя тоже. Да? Да. Там непонятно, как будет сейчас после этого поворота. Может, там будет еще и наш Калс. Закручивать? Да, да, там закручивать точно будет, но надо просто понять, куда и как. А там Ford de France. Какая-то странная конфигурация у этой лодки. Они идут на бабочке, у них парус на последнем рифе передний, а основной парус вообще полный, что непонятно, как они идут. Еще и фендеры висят сбоку, красота. Уверенно идут в берег, даже подвернули. Ну, не знаю, мне кажется, что они неправильно идут. Это какие-то неправильные яхтсмены, они неправильно идут. Так, вот мы сюда хотим зайти. Но, скорее всего, сюда не получится, потому что там куча лодок. А мы зайдем вот сюда. Это Anse Dufour, это Anse Noir. И вот так это выглядит в живой природе. Вот это Anse Dufour. А Anse Noir, вот там, где куча вот этих лодок и катамаранов набита. Ну, мы где-то сейчас вот сюда подойдем и здесь станем. Teamwork? Ну, да. Well done. Готово. Вот такая у нас бухта. Шикарное место, красивое. Anse Dufour. Здесь есть пляжик, пару ресторанчиков. Там наверху еще пару ресторанчиков. И вот такой красивый берег. На него можно будет просто сплавать потом. Глубина здесь 9 метров. Нормально стоять. 40 метров якоря мы вывалили. Маловато, но как бы дальше уже идет ржавая цепь. И так сойдет.